Добрый вечер, дорогие друзья. Сценка такая маленькая. Он, она. Мужчина, мужчина. Оглох он, что ли? Мужчина, у вас тут на вывеске написано: мы открылись. Агентство «Галантность». Это что вы делаете? Он услуги разные для женщин. Преподнести цветы, уступить место в автобусе, послать воздушный поцелуй. Все по заказу. Господи, у нас галантность вместо хамства. Будете что-нибудь заказывать? У нас много чего хорошего. Например, пронести женщину несколько метров на руках. Платите как в такси. Посадка на руки отдельно, дальше за каждый метр. На руках. Я уже забыла, как это бывает. Давайте попробуем прямо сейчас. Носильщики у нас с 11 часов. Я заплачу. Я вам отвечаю, объясняю. Носильщики у нас с 11 часов. Я сам не ношу, я оформляю заказы. Двойная плата. Хорошо. Деньги вперед. Нет, сперва на руки. Ну, что же вы? Сейчас не пойму, как удобнее. Да хоть как-нибудь. Сейчас. Кладет руку ей на талию. Она: ой. Осторожней. Отвыкла я. Голова кружится. Кружится голова. Мужчина, что вы делаете? Мы не одни здесь. Перестаньте, мужчина. Что вы говорите? Я говорю, продолжайте. Ну что же вы? Где насильники? Насильщики? Я и говорю, насильщики. А сами что же? Тройная плата. Сейчас. Отрывает ее от земли, шатается. Она: помогите! Кто-нибудь, помогите мужчине! Он роняет ее. Она встает, отряхивается. Зато есть что вспомнить. Скажите, а по хозяйству есть услуги? Поднести сумку от магазина, выбить ковер, забрать ребенка из сада? Нет, что вы, у нас только галантность. Ну ничего, сами как-нибудь. Главная галантность появилась. Скажите, а можно заказать серенаду? У нас можно заказать все, даже дуэль. Дуэль? Из-за меня? Да. А можете вызвать на дуэль мужа? Можем. А мужа могут ранить? Могут. Не сильно. Как закажете? Не сильно, чуть-чуть, чтобы понял, на ком женат, какой ему счастливый билет выпал, чтобы забыл про пиво свое, чтобы пузо-то осунулось. Можем, 2000. Всего-то. Так для своих же женщин стараемся. Что заказываете? Пишите: цветы при сослуживицах 2 раза. На руках принести 3 метра. Серенаду 4 раза. И дуэль. Он всего 5000 евро. Каких евро? У нас все в евро. Сердце-то щемило. Не может быть, чтобы у нас галантность. Ах вы, сукины дети. Он убегает, она за ним. Спасибо.